I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Дело серийного маньяка Кегашбека Арунбаева не залеживается в архиве. К нему то и дело возвращаются следователи и из Бурятии, и из Алтайского края. В толстых томах описываются зверские преступления. Даже в голове не укладывается, что все это совершил один человек. Убийство, изнасилование, расчленение тел, некрофилия и даже каннибализм. За многочисленные убийства и изнасилования Кегашбек Арунбаев получил 2 пожизненных срока. Находится он в «Черном дельфине». Недавно маньяк сознался еще в нескольких преступных эпизодах, более чем 30-летней давности. В своих злодеяниях он винит алкоголь. Медики же диагностировали у него сексуальный садизм. Как маньяк скрывал свои преступления и почему решил раскаяться, разберемся вместе. Преступный путь. Кегашбек Арунбаев родился в 1962 в Киргизской ССР. Семья, по его словам, была неблагополучной. Мать и бабушка злоупотребляли алкоголем. Родного отца Кегашбек не знал. Рядом с ним практически все детство был отчим, которому мальчик особо и не нужен был, впрочем, как и матери, так как на первом месте у них всегда была выпивка. Несмотря на тяжелую атмосферу в семье, ребенок хорошо учился в школе, планировал закончить вуз и стать юристом. Однако после школы его отправили учиться в Минск на инженера-педагога. Уже через 2 года молодой человек бросил институт и в 1986 году переехал в Барнаул. Знакомый уверял, что там можно хорошо заработать. Вместе с ним в Сибирь подался и двоюродный брат, но родственник злоупотреблял алкоголем, а вместе с ним налегал на спиртное и Арунбаев. С преподавателем местного техникума договорился о поступлении. Хотел заработать, Кегашбек за деньги решал студентам задачи по математике. Пытался знакомиться с девушками, безуспешно. Жил Кегашбек в общежитии, при техникуме. Там и начались его первые преступления, которые сошли с рук. В алкогольном опьянении он насиловал студенток, а те, стыдясь того, что с ними сделали, и боясь насильника, даже не обращались в правоохранительные органы, лишь просили, чтобы гостя из Киргизии выгнали из общежития и техникума, чего, собственно, и добились. Путь к черному дельфину. Но сотрудникам правоохранительных органов Кегашбек все же попался. Правда, только через 11 лет, уже в Бурятии. В 1997 году его задержали за убийство и изнасилование женщины в Нижней Иволге. К тому моменту маньяк успел жениться, завести ребенка и развестись. «С женой я развелся, а сын отказался от моей фамилии. Мать и бабушка давно умерли. Родные братья? У нас были не близкие отношения, не было душевного общения», — рассказывал в интервью журналистам маньяк. За свое преступление Арунбаев получил 8 лет тюремного заключения. «Есть женщины, которых я даже трезвым бы не трогал. Вот знаете, я делаю так. Есть женщина, а есть самка. Женщин нужно уважать, как чистых, как мать. Их сразу видно, смотришь и сразу хочешь уважать. Я таких не трогал. А есть такие развязные, им лишь бы, как сказать, скромности в них нет», — говорит маньяк. По результатам экспертизы Арунбаев признан вменяемым. Отчего становится еще страшнее. Разве может человек в здравом уме пойти на такое? «Дела в те годы раскрывались сложнее», — объясняет бывший сотрудник уголовного розыска Евгений Черноусов. «Не могли провести генетическую экспертизу, чтобы установить причастность конкретного лица. Работали лишь по группе крови. Обходились без камер. Кроме того, убивал Арунбаев в регионах, где ресурсы правоохранительных органов были сильно ограничены». Новые убийства. В 2006 году Кегашбек был освобожден и вернулся в Бурятию. Жизнь за колючей проволокой его не исправила. Он как будто и не хотел избавляться от своей порочной сущности. Хотя после освобождения первое время вел себя тихо. С семьей не контактировал, близкие отреклись от него. Поскольку у него не было никакого дохода, он не жил, а выживал. Перебивался у знакомых, деньги искал на случайных подработках, брался буквально за все. Не имея цели хоть как-то изменить свою жизнь, заработанное он спускал на алкоголь. И уже через год жизни, без колонии и надзирателей,
он вновь решил убить. В июле 2007 года он встретил молодую девушку на улице Улан-Удэ. Случайно познакомившись, пара поймала такси до поселка Мясокомбинат, где они сели распивать алкоголь на берегу реки Уда. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он предложил девушке заняться сексом, но она отвергла его ухаживание. Разозлившись, Арунбаев задушил ее, а затем надругался над телом, оставив его на берегу реки. На следующий день он вернулся на место преступления, расчленил останки, а затем выбросил их в реку. Их местонахождение так и не было установлено, а личность жертвы остается неизвестной. Возвращаться в тюрьму насильник не планировал, на время затаился. 5 лет инстинкт убивать маньяку удавалось гасить, или ему удачно удавалось скрывать свой список жертв, но кровь пролилась вновь. В июле 2012 года от рук злодея погибла еще одна женщина. Он познакомился с ней на улице и уговорил пойти к нему в гости в отель «Хуторок», где снимал номер. И пусть жертва в близости не отказала, осушив бутылку алкоголя, Арунбаеву вдруг показалось, что гостья украла у него деньги. В ярости Кигашбек задушил женщину шнурком от ботинка и спрятал труп под кровать, после чего он отправился в ближайший магазин за ножом, которым планировал расчленить тело. Однако в гостиницу больше не вернулся, да и потерянные деньги нашел в собственном кармане. Спустя некоторое время полиция обнаружила мертвую женщину и приступила к поискам Арунбаева, который уже перебрался в Нижнюю Иволгу, где залег на дно и зарабатывал на жизнь ремонтом квартир. По Бурятии расползались слухи. За убийство женщин маньяк получил прозвище «Иволгинский потрошитель». Почерк убийств был схож. Триггером был отказ в интимной близости. Если женщина не соглашалась на секс, то маньяк приходил в ярость, убивал ее, а затем насиловал остывающее тело. В психологии надругательство над телами мертвых обозначается термином «некрофилия», и многие эксперты считают, что это может быть следствием шизофрении или умственной отсталости. В сентябре 2012 года маньяк наведался к 53-летней клиентке, которой делал ремонт, и начал ее домогаться. Получив отказ, Кигашибек забил женщину руками и ногами до смерти. После убийства изувер отнес тело в ближайшую недостройку и расчленил, но на этот раз внутренние органы женщины он скормил собаке. Задержание. Уроженец Кыргызстана Кигашбек Арунбаев был задержан полицией 24 сентября 2012 года. В то время он подозревался как минимум в 2 убийствах женщин, совершенных в Иволгинском районе Бурятии и Улан-Удэ. Мотив убийств был неясен, но известно, что в каждом случае он требовал от женщин половой близости. После очередного преступления Арунбаев подался обратно в Улан-Удэ, но там его уже ждали полицейские. Мужчину задержали на мосту, через который он хотел попасть в Тарбагатайский район. Будучи пойманным, маньяк отпираться не стал и практически сразу признался в убийствах, причем дополнил, что в некоторых случаях сохранял внутренности своих жертв и позже употреблял их в пищу. Он оправдывал себя тем, что во время совершения убийств всегда был в пьяном состоянии, а особый гнев вызывал отказ в интимной близости. При этом психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяем, но с психическим отклонением и расстройством сексуального садизма. К моменту поимки преступника следователи нашли приличное количество доказательств, и уже тогда было ясно, что сидеть он будет долго. Да и сам Арунбаев, который был уже немолодым, понимал, что увидит небо без решетки очень нескоро. После признательных показаний расследование буквально пришлось начинать сначала. Многие вещдоки к этому моменту оказались утеряны. Найти свидетелей – тоже непростая задача. Первоначально мы основывались на воспоминаниях самого Арунбаева. Даже спустя столько лет он называл множество деталей, описывал местность вплоть до цвета забора во дворе. «Каждое преступление для него будто маленькая жизнь», – рассказал следователь. После сбора данных мы проверяли буквально каждого, кто мог теоретически знать его в то время. В 2013 году суд республики признал маньяка виновным в преступлениях по статьям «Убийство 2 и более лиц, сопряженное с изнасилованием», «Покушение на изнасилование», «Надругательство над телами умерших» и назначил ему высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы. Когда суд приговорил его к высшей мере наказания за убийство женщин в Бурятии, родственники жертв почувствовали, что добились справедливости и выдохнули, а маньяк не успокоился и продолжал признаваться в зверствах. Маленькая жизнь маньяка.
В 2022 году Арунбаева, который в тот момент находился в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в Оренбургской области, конвоировали в Барнаул. Спустя 8 лет заключения маньяк начал вспоминать и другие свои преступления. Как выяснило следствие, их было намного больше. В ноябре 2022 года Новоалтайский городской суд приговорил его ко второму пожизненному сроку за убийство и изнасилование 76-летней горожанки в 1991 году. Это преступление оставалось нераскрытым, пока сам Арунбаев не признался в нем. Убивать Арунбаев начал в 26 лет. Первой жертвой Иволгинского потрошителя стала 23-летняя девушка. Потерпевшая работала швеей, возвращалась домой поздно, так как тогда работали в две смены. Шла в районе пересечения улиц Ленина и Северо-Западной, а Арунбаев напал на нее сзади, повалил и изнасиловал. Чтобы не дергалась, ударил ее по голове тупым предметом. Шум услышали люди, это спугнуло насильника, и он убежал, оставив жертву с пробитой головой. Рассказал Роман Шаповал, заместитель руководителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю. К счастью, женщину удалось спасти. Тогда преступление не раскрыли, да и в лихие 90-е столы следователей были переполнены криминальными делами. Удалось найти ту самую потерпевшую. Уже немолодая женщина спустя годы рассказала следователям о том, что ей пришлось пережить, но с одной оговоркой – лица преступника она не видела. Зато сам Арунбаев описал нападение в деталях. Почувствовав безнаказанность, он продолжил нападать на женщин. В 1991 году Кигашбек решил перебраться в Новоалтайск. Даже спустя 30 лет он четко помнил, как сел на электричку, пересек реку и добрался до места. Там он нашел объявление о сдаче комнаты в частном доме и пришел осматривать жилье. С 76-летней хозяйкой Арунбаев быстро поладил, а после получения ключей в руки и вовсе предложил ей вместе отметить новоселье с горячительными напитками. В какой-то момент Арунбаев забыл, что собеседница годится ему в матери, и предложил старушке интим, но та наотрез отказалась. В итоге он буквально озверел, повалил женщину, начал бить ее по голове, а затем взялся за топор и обухом больше 12 раз ударил пенсионерку. Подумав, что потерпевшая скончалась, Кигашбек надругался над телом женщины, а затем просто ушел. На следующий день маньяк вернулся, облил комнату бензином, поджег и скрылся. Собираться там, давай. И у меня сумка была, да, сумку там начал собирать, там со стола упала, керосиновая лампа упала, там, ну и разлилась этот керосин там. Ну я это, ну, думаю, раз, так-то у меня не было желания поджечь дом, а этот керосин лампа упала, говорю, ну надо поджечь раз так. И этот, бросил спичку, прикурил и ушел. Ну и на убийстве старушки Арунбаев не остановился. На этот раз маньяк, не знавший жалости, покусился на жизнь несовершеннолетней. 17-летняя девушка шла домой после дискотеки в Доме культуры «Трансмаш» в Барнауле. Проходила мимо гаражей, которые были недалеко от школы. Там он ее и поймал. Затащил за гаражи, убил и изнасиловал. Тело убитой позже нашли прохожие, а Арунбаев успел скрыться, рассказал Роман Шаповал. В 2023 году Арунбаев сознался еще в одном тяжком преступлении, которое он совершил 30 лет назад. В августе 1992 года в Барнауле за трансформаторной будкой вблизи ТЭЦ на улице Кулагина было обнаружено тело 35-летней женщины, которая была изнасилована и жестоко убита. Все эти годы преступление оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей. Суд приговорил Кигашбека Арунбаева к 9,5 годам лишения свободы плюсом к его пожизненному заключению. Казалось бы, покинуть стены колонии для узника такой категории невозможно, но Арунбаеву удавалось сделать это несколько раз. И не исключено, что до конца жизни он еще не раз сможет сменить вид за окном и обстановку в камере на прогулку на свежем воздухе, вспоминая убийства прошлых лет и отправляясь турне по местам своей молодости ради раскрытия преступления. Такие, как Арунбаев, признаются в убийстве не из-за угрызений совести, а только потому, что у них есть интерес, мотивация выйти за стены колонии, так сказать, прокатиться по местам боевой славы. Ведь по всем новым фактам следователи должны вывозить подозреваемого на место преступления. Неудивительно, что осужденные пытаются вырваться хоть на время из тюремных условий. Так Кигашбек Арунбаев развлекается, сознаваясь в новых преступлениях. К
Кроме того, по словам психиатра, причиной может стать еще и желание вернуться на места преступлений. Маньяк получает удовольствие, вспоминая свои зверства, а значит, есть вероятность, что это не последнее убийство, о которых вспомнит потрошитель. Сам Арунбаев жалуется, что свободного времени в тюрьме у него мало. «Я много читал, но, как сказать, в «Черном дельфине» на это есть не так много времени. Мы по 12 часов работаем, представляете? Я работаю в швейном цехе, мы шьем одежду для осужденных и сотрудников. Времени нет вообще, даже письмо написать некогда». Также сейчас он активно дает интервью, причем не просто так, а присылает целый список ему необходимого. Среди прочего, конфеты, сигареты, соль и листы бумаги с карандашами и ручками. Находясь в тюрьме, маньяк начал работать над трактатом об отмене абортов. С его слов, убийца должен раскаяться и понять ценность человеческой жизни. «Меня нельзя выпускать». Пытаясь понять мотивы, специалисты провели психиатрическую экспертизу. Уже в 6 классе он прошел через травматичный опыт. Его пыталась совратить родственница, рассказывает следователь. По словам сотрудника Следственного комитета, раскаяния маньяк не испытывает. Экспертиза показала, что Арунбаев вменяем, но страдает расстройством, которое выражается в сексуальном садизме. Это такой тип парафилии, характеризующийся нарастанием сексуального удовольствия при причинении страданий партнеру. Проявляется примитивной жестокостью поведения, принуждением к сексу, истязаниями, пытками, избиениями, словесными оскорблениями партнера. В тяжелых случаях приводит к увечьям и даже летальному исходу. Склонность к садизму начинает проявляться в младшем школьном возрасте, открыто манифестирует в раннем пубертатном периоде. Подростки демонстрируют жестокость, агрессивность, инициируют драку при любой возможности, предварительно убедившись, что жертва слабее. В юности садистские наклонности переносятся в сексуальную сферу, формируется циничное отношение к представителям противоположного пола, полуролевое поведение примитивное, отсутствует проявление симпатии, ухаживание, флирт, свидания, партнера принуждают к извращенному контакту, сопротивление лишь усиливает избиение. Сексуальное удовлетворение садиста ассоциировано с унижением и жестоким обращением с партнером. Возбуждение возникает при утонченных истязаниях, пытках, избиениях, оскорблениях, наблюдении за страданиями и беспомощностью жертвы. Жестокость становится источником возбуждения. Оргазм может наступить без полового акта. Садистские действия могут распространяться не только на женщин или мужчин, но и на стариков, детей, животных. В таких случаях сексуальный садизм сочетается с педофилией, зоофилией, геронтофилией. Без своевременной диагностики и терапии сексуальный садизм может стать причиной убийств, тяжелых физических увечий и психических нарушений жертвы. В одном из интервью Кегашбек Шамшиевич Арунбаев признался, что уже не готов оказаться на свободе и быть в обществе. При этом у родственников своих жертв осужденный просить прощения не желает. Уверен, что это только ранит родных. «Меня нельзя выпускать», — подытожил он. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, есть ли еще жертвы на счету Иволгинского потрошителя? Продолжит ли он признаваться в своих зверствах? И в чем настоящая причина его жестокости – алкоголизм или психическое расстройство? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы. И не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.